отвечай! Блин, ты чего? Тихо, Владус! Капец ты большой! Не трогай меня! Стоп! Лютик, соберись! Пинай его, давай! Я что-то не понимаю, это что за кринжа? Ладно, сейчас... Блин, у меня что-то не вынесло, за тебя не отвлекай! Я не отвлекаю, Лень, я просто не понимаю, что происходит! А ты не понимаешь, Владус, сейчас, секунду, дай мне закончить начатое! Так, в смысле, Лень, что ты его пытаешься, зачем ты его пытаешься вынести? Сейчас, Владус, ну помолчи чуть-чуть! Еще чуть-чуть, Лень, ты бы сдох! Ага, и это было бы из-за тебя! Да! Владус, я победил! Скибиди, дам, ес! Тихо, Лень, заткнись. Да. Извиняюсь. Вы победили. Плюс 100 чипов. Отлично, Лютик. А зачем нам чипы? Нукин, ну ты капец, вообще не шаришь. Я тоже просто не понял, зачем здесь чипы нужны. И что ты делаешь? И зачем ты начал проходить уровень по новой? Ну ты че, ладно, это же не новый уровень, вообще нифига. Лень, там тебя, кажется, встречает этот маленький. Я не знаю, ну может быть это норма. Я не знаю. Просто, ну, Леня вот в это же играет. А вот они меня атакуют. Смерть плюс 25 чипов. Помимо этих звуков, вот этих, я в принципе сейчас с ума сойду. Лёня, это что такое? Да Владус, вы чё? Нам нужно за чипы прокачать наше здоровье. И... Блин, нам уже не хватает на здоровье. Я прокачал урон, а на здоровье не хватило. Лёнчик, так может мы с тобой купим что-нибудь в магазине? Вот, например, Вантус Мэн. Так, ребят, вы мне вообще объясните или что? Вот, можете чипы купить, например. Да, можем, только я могу купить не чипы, а ввести промокод. Вы получили чипы. 3000 чипов, все, качаем хпшку, урончик. Лёня, а собственно, как ты это сделал сейчас? Что там был за промокод? Сейчас я тебе так и сказал, он будет в телеграм-канале. В чьем? В твоем. О, теперь у нас 145 хп, ну, наверное, сейчас мы крутые, да, Лёнь? Конечно, но это еще не все. Сейчас, подожди, я до босса дойду. Хорошо, мы растолкали унитазы. Ладно, появилась на просторах интернета игра про унитазы. В это я еще могу как бы поверить, но чтобы это было так все странно, это, конечно, жесть. Давай, проходи дальше. Так они нам мешают пройти, Лёнь. Я их сейчас распихаю всех. Лёня, что-то босс-то убежал. Как ты его побеждать будешь? Сейчас я его догоню. Вы победили, плюс 100 чипов. Давай, нападай. Воу, даже локация сменилась. Хорошо, этого я не ждал. Я думал, что будет все на одном месте. Думал, что это самая странная фармилка в мире. Но нет. Лёнь, и чё? А дальше-то куда? Сейчас увидишь, сейчас. Давай, далее. Я заряжен по полной, идите сюда. О, так тут все разновидности этих сортиров. Это так странно, игра про унитазы на просторах интернета. Тихо, Владус, тихо, я пока что заряжен. Да я вижу, что ты заряжен, мы просто эти чипы собираем вот так вот, прям как я не знаю как что. Ага, а еще я сейчас промокод напишу. Владус, нет, ты что делаешь? Ого, кажется, он оказался немножко сильнее тебя. Ну ладно, Леня даже его победил, я не знаю как он это играет. Хочешь попробовать? Ну, если честно, не особо, ладно, давай. Подожди, я тебе кое-что закуплю сейчас. У нас 420 чипов, что ты мне закупишь? Я введу еще один промокод, секунда. Вы получили чипы. Еще один. Вы снова получили чипы. Я ничего не понимаю, что происходит. Откуда у него вообще эти промокоды? И что теперь? Ну давай, Владус, для начала большого камерамена купим. Ого, а это круто или нет? Я не понимаю, если честно. Ну, блин, такая же фигня. Я вообще ничего не понимаю. У нас есть агенты. Мы как бы за него будем играть? Нет, Владус, сейчас ты увидишь. Погнали в бой. И где он? Вот, смотрите, нам нужно зайти в агентов, и у нас он уже здесь. А, круто. А я смотрю, тут рядом с ним какой-то покруче чел есть. Чё? Нифига он не круче, наш вообще самый лучший здесь. Все, про остальные забудь. Нет, нам же нужно будет купить кого-то следующего. Да, Лёнь, мы же не можем останавливаться на одном. Забудьте, он один здесь лучший, понятно? Чё-то мне кажется, что Лёня немножко нам это, ну, привирает. Ого, ничего себе, мы здоровяки какие теперь. Ладно, давай, сейчас мы со всеми справимся. Тем более я буду первый раз в это играть, это очень странная вещь. Абсолютно мне вообще непонятная, но окей. Сейчас...
Все? Да, давай, дальше, дальше, дальше. Еще один уровень, и мы дойдем до какого-то сверхунитаза, Леня сказал. Ну да, у нас уже 8-й или 9-й левел. Сейчас, 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 босса надо победить. Ого, там серьезный молодой человек. Это, собственно, он, да? Да. Беги от него! Да бегу я, Лен, бегу! А как его атаковать? Подожди, я джойстик могу использовать. Чувак. Подойдите, чтобы ударить. А, во-во-во, отлично. Давай. Ну, мы достаточно жесткие для того, чтобы это сделать с одного буквально раза. Вы победили. Плюс 500 чипов. О, 500 чипов за один раз, Лень. Ну, это неплохо, слушай. Да, вообще нифигово. А еще... Что? А вот не скажу. Давай, играй. Лень, ну говори, ты уже начал. Не-не-не-не-не, играй. Сейчас ты все сам увидишь. О, это тот самый чел, которого я, кстати, могу сейчас ударить просто вообще за нефиг. Хотя он нас выносил с самого начала с одной только тычки. Ну, мы все-таки подросли, повзрослели, стали серьезными дяденьками. Да. Лень, так что ты хотел сказать? Ну ты играй, Владус, играй. Ладно, смотри, сейчас мне нужно этих малышей уничтожить. Этот сбежит, зараза такая. Я выйду в менюшку, хочу посмотреть, как у нас там вообще дела происходят. Блин, они мне хп почти не сносят. Не-не-не-не, Владус, не выходи. Что? Не надо. Владус, не слушай его, пошли в менюшку. Да, я тоже так думаю. А, вот, у нас каждые 10 уровней босс. А что за открытый мир, Лень? Ничего. Иди в магазин, куда ты там хотел, в магазин, да? Не-не-не-не, Лень, подожди. Что за открытый мир? Секундочку. Ну-ка. Чтобы открыть открытый мир? Логично. Пройдите до 150 уровня. Окей. Ваш уровень 12. Окей. Так, ладно, у нас есть магазин. Спикермен Титан откроется через 200 уровней. О, Лень, я же говорил, что это вообще какой-то топчик прям. Да нифига он не топчик. Сейчас я введу промокод нафиг. Я тебе покажу, кто здесь топчик. Лень, сколько у тебя этих промокодов? Много. Вы получили чипы. Еще что ли один? Лень, ты нам хотя бы один-то промокод покажешь, почему их ты все замазываешь? Нет, они будут в телеграм-канале Владус. О, Лень, Вантусмен, я покупаю его, я решил. Стой, ну Владус, ну... Да зачем ты это сделал, блин? Мне интересно, что за Вантусмен. Просто он выглядит очень классно. Я думаю, что он даже лучше, чем наш. Только он меньше в 3 раза. Давай мы ему тогда еще прокачаем чуть-чуть урона. Чуть-чуть хпшек. Еще чуть-чуть урона и чуть-чуть хпшек. Все, пойдем. Владус, ты все испортил. Я должен был сделать сам, как хочу. Лень, да ты не шаришь в этой игре. Видно же по тебе. Что ты сейчас сказал? Я говорю, ты не профи, ты какую-то мне фигню пытаешься втюхать. Сейчас. Я Владус Мармеладус во всем разберется, не переживай. Сейчас мы Вантусом тут всех это отшлепаем. Чипы получим, до босса дойдем. И мне интересно, что за открытый мир. Реально, очень странная вообще игрушка. Наверное, открытый мир здесь еще страннее. Хотя, казалось бы, куда еще? Стой! Блин, я его не увидел. А говоришь, что я лошара. Я не говорил, что ты лошара. Ты сам это сейчас только что сказал. Блин. Реально, что ли? Тихо, Лень, я защищаюсь. Я уже понял тактику твою. Надо защищаться. Хорошо. У меня есть на примете один персонаж в магазине. Но. Я это сделаю, как только дойду до босса унитаза. Как это странно все звучит. Я просто не могу. Какие боссы унитазы? Кто до этого вообще додумался и как? Окей. Нам нельзя расслабляться сейчас. Сейчас будет тот самый босс, который был в самом начале. Кстати, проверим, за сколько мы его сейчас сможем завалить. А, нет, это не он. Так этого мы вообще с 2 ударов вынесем. На, пошел вон отсюда. Ладно. Ты уже профессионально в нее играешь. Да, Нубкин. По-другому и не скажешь, собственно. Как тут еще в нее можно играть, я не понимаю. Но. Чувствую, что до босса мы уже почти дошли. Ага, сейчас тебе еще долго до босса. Лень, ну я же помню, какой уровень у меня был. О, ты господи, я надеюсь, что это не босс. Хотя выглядит как настоящий-то, собственно, босс. Блин, они все как-то вот модифицированы. Все эти унитазы. То черный унитаз там в каске, то у них оружие какое-то. Сколько их вообще в мире, в этой вселенной унитазов? Я думаю, что это не сосчитать. Ладно, я боюсь, что он меня убьет с одной тычки. Я даже не вижу, сколько у него хп. Поэтому бьем просто наугад. Вантусом ему, зараза, смывайся отсюда. Все, пойдем, наконец. Дайте мне босса. Это был не босс, зараза. Владус,
Я чувствую. Что чувствуешь? Босс уже близко, я его чувствую. А, ну ты об этом. Да-да-да, я тоже чувствую. Все, давай, посмотрим, на каком мы сейчас левеле. Уровень 19. Да блин, зараза, ну вот были же на последнем левеле. Давай, сейчас. Так а босс что, тот же самый что ли будет? Ладно, ты ошибаешься. Ой, Лень, вот давай, не строй себя профессионал. Ох ты, господи, это ж как его, Джимен, да? Беги, Владов! Да бегу я, бегу. Нужно тоже к нему подбежать. А, подожди, 23 секунды. Мы что, должны 23 секунды от него бегать? Серьезно? Тут особо-то много не разбежишься, так скажем. Он даже не дает в какие-то места убежать. Владов! Ну, он сейчас нас загасит. Если ты будешь базарить, то да, он нас... Леня! Владос! Леня! Владос! Это все из-за тебя было, между прочим. Вот давай сейчас ты меня не отвлекаешь, я это сделаю. Ага, ты ну бас в этой игре, что ты там сделаешь? Молчала бы ты, задница шоколадная. Давай! Профи в унитазах берется за дело. Блин, звучит странно, но что поделать. Я понял одно, что умираешь ты сразу с одной тычки. Поэтому нужно быть крайне-крайне аккуратным. Просто побежали по кругу, это должно сработать. Да блин, он останавливается сам, это... Да это нечестно, зараза такая! Он не дает просто убежать в какие-то моменты. Так, хорошо. Давай, двигаемся на месте, давай. Стреляй сюда. А мы убежим в другую сторону. Пошел нафиг. 3 секунды. 2. 1. Ну все, ладно, это победа. Вы победили, плюс 500 типов. Так, Лень, короче, у меня идея. Нет, Владу, ты не заходи ты в этот магазин больше, все! Не-не-не-не-не. Че там, какие промокоды-то были? Ну-ка давай-ка напиши ко мне парочку. Ладно, сейчас напишу. Вы получили чипы. Все. Больше писать ничего не буду, понятно? Будешь. Буду. Вы получили чипы. Итак, у нас есть 7500 чипов, а это значит, что... Куплю-ка себе ТВ-мена. Мы что, спикермена купим, уже? Не, я хочу ТВ-мена, давай мне еще один промокод. Пожалуйста, давай спикермена. Умоляю. Я сказал, вводи еще один промокод, зараза, ты шоколадная. Ладно. Промокод неверный. Чё? В смысле неверный, Лень? Я хочу ТВ-мена, сделай что-нибудь. Ладно, сейчас, смотри, пошли. Зачем ты начал играть, зараза такая, а? Ты чё? Сейчас мы его выбьем, чуть-чуть осталось. Кого выбьем? Ты чипы, Влада. Блин, да с этим батом мы... Что? Тапайте, чтобы освободиться. Чувак, ты чё нас освободил? В смысле? Как? Я вообще первый раз такое вижу. Ладно, оно эволюционирует. Хотя, казалось бы, как туалеты могут эволюционировать. Но оно это делает, оно хватает нас, как-то что-то пытается убить даже, но у него особо нет шансов. Лень, может нам прокачивать все-таки силу? Нет, Владус, ты чего? Сейчас мы нафармим чипов. Ого, там какая-то он это, совсем задница. Хотя, туалетом, наверное, только такие слова и подходят. Лень, что делать? Спрячьтесь за укрытием. Ага, нифига себе, блин, я ж не такой быстрый. Хорошо, окей, мы спрячемся за укрытием. Он его сейчас сломает, да? Вы не поверите, во что меня Леня заставил поиграть. Просто посмотрите. Унитазы! Ну, господи, ну что, я тут в укрытии стою. Короче, скоро выйдет ролик этот. Владус, ты что делаешь? Я кружочек в Телеграм записывал, а что? Так, блин, ты что, надо сражаться с ним? Какой кружочек? А, да, точно. А что делать-то? Стой, давай в другое укрытие. Ну здесь же он нас не тронет, верно? Не знаю, Владус. А если мы попробуем его обойти вот так? Ничего же нам не будет. А, так мы же даже защититься не успели. А никто не обещал, что будет легко, понятно? Лень, да блин, твоя эта шкибиди игра, я не понимаю здесь логику. Хорошо, вот он сейчас стреляет по тачке, да? Да. А дальше-то куда, Ленчик? Вот, точно, дальше куда? Дальше? Давай в другое убежище. А? Хорошо. Ждем? Кого ждем-то, Владус? На, что-то делать. Так если я к нему подхожу, и он начинает мутозить. Это было неожиданно. Но наверняка мы не зря здесь сидим. И у меня еще и хп половина осталась. Да что ж ты будешь делать? Все, успокаивайся, чел. Чувак, что это такое? Что это от него вылетает? Это бомбы? Давай, мы можем его мутозить. Неужели? Сколько у него хп, я даже не представляю. Давай чуть-чуть помутозили и пойдем обратно. Я просто... Ай! Раньше надо было, Владус, раньше. Спасибо, что подсказал заранее, ты задница шоколадная. Ох уж это скибиди. Не, ну я хочу протестить ТВ-мена. Там у него какие-то очень хорошие плюшки нарисованы. Тихо. Главное, чтобы он сейчас не попал по нам. Да, Владус, твой ТВ-мен, это фигня будет. Я тебе сказал, что покупать надо. Леня, отвали. Я тебя не хочу слушать. Давай в другое убежище. А, у него 388 хп всего лишь. Это дофига, ребят. Ладно, давай дожидаемся, пока у него произойдет атака. Но после нее сразу бежим на него. Оу, 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 оу.
Ладно, схватит, а? Вторую атаку лучше не дожидаться, пойдем сразу его мутозить. Но он же нам ничего сейчас не сделает. Давай ему чуть-чуть напинаем, давай. Вентузом получил. Все, этого достаточно. Пойдем спрячемся за машину. А я тебе говорил, Лень, что нужно прокачивать силу, потому что мы ему снесли, 100 хп. Этого сделать придется раза 3-4 точно к нему подойти. Еще раз вот так вот ему вантузом пошлепать. Давай, главное выстоять. Да, сейчас у него только опять эти бомбы полетят. Но окей, мы встанем прям здесь. Давай. Все, побежали. Давай. 1, 2, 3, 4. Все, бежим. Что с этой игрой не так? У него осталось 128 хп. Я надеюсь, что за крайний раз мы его замутозим. Что-то я слишком не уверен. Какой-то он слишком жесткий унитаз. Да ничего не жесткий. Да игра, так господи. Ну, все, сейчас точно не успеем. Ладно, давай. Есть! Я радуюсь, что я победил унитаза. Да, я нормальный. Чего вы на меня так смотрите? Блин, ладно, ну все, сейчас легко будет нафармиться. Это вообще изи. Ну давай тогда фармить сам. Да блин, да что так резко-то, ладно? 1000 чипов спустя. Ну почти 1000. Ладно, ты уверен, у нас хватит сил? Ну, если бы ты мне не советовал покупать всякую фигню, то, наверное, хватило бы. О, нет. А, сзади атаковать нужно, давай, поехали. А, стоп. Я что-то боюсь. Ну ладно, снимайся, побежи. Зали к нему. Да, Лёнь, тебя слушать. Блин, у него 1200 хп. Стой. Это было опасно, но ничего, мы справились, мы выдержали. Давай. Ему чуть-чуть надо всего лишь вантузом нашлёпать. Эти скибиди туалеты мне будут сегодня точно сниться. А, стой! Нет. Чувак, блин, он слишком серьезно режет. Вот куда он поедет? Бежит прямо на меня. 10000 чипов. Чё? Как ты это сделал? Ну как, вот рекламу посмотрел, а чё? Ты чё, с боссом не справился? Так блин, он меня режет своими этими резками дебильными. Лёнь, сейчас, подожди, секунду. Ты кого купил только что? Нет, не скажу. Во! ТВ-менчик, отлично! Блин, а я думал, что он женщина. Так ты чё, Владус, блин, ты вообще не шаришь. Нафига я его купил? У нас как было 190 хп, так и осталось. Окей, ладно. Главное сейчас победить босса. Владус, не в этом суть покупки. Так, а в чем? О, господи, ну чё так-то? Ну, да и урона тоже наносим. Ну... Лёнь! Так ты, Владус, не шаришь! Так, ладно, нам главное сейчас увернуться от него. Не вышло. Окей, я придумал против него гениальнейшую тактику. Мы бьем его раз 8 или 10. Дальше отбегаем кучу шагов назад. Вот сейчас я мало убежал. Мало. А, не, нормально. Смотри, обходим его. И давай еще раз пинаем его под задницу. Владус, а что, тактика неплохая? Да я знаю. Главное вовремя все делать. О, видишь, он даже не доезжает до меня, если далеко убежать. Хорошо, что я разгадал эту загадку Жака Фреско. Хотя, казалось бы, при чем тут Жак Фреско? Все, давай назад. Вот сейчас мне хана. Что-то ладно, он с каждым разом все тупее и тупее оказывается. Прям как Ой. Чё? Прям как кто? Никто. Лёнь. Главное убегать вовремя. Вот, отлично. Теперь самая проблема в том, что надо еще успеть добежать до него. Я не потратил пока что ни одного хп. Все, давай чуть-чуть хп ему оставим. Ну, потому что если бы мы сейчас продолжили бить, он бы явно нас атаковал. Главное под хлеборезку-то не зайти. Давай. Вот сейчас можно атаковать до конца. Давай. Вы победили. Плюс 500 чипов. Наконец-то. Сейчас можно реально протестировать на... Серьезно? То есть, когда я ставлю защиту, я им наношу урон? Во, в чем была суть этой покупки? Блин, вот это прям вообще неплохо. Вот это мне нравится. Там еще и не такое есть. А это как раз таки мы и посмотрим, но уже в следующей серии. Поэтому подпишись на канал, вот здесь кнопка подписаться. Ладно, я вообще-то хотел купить кое-что. Да. Подписывайся, чтобы следующую серию не пропустить. А я с помощью урона сейчас кого-нибудь замочу. Давай, нажимай на кнопку и смотри другой ролик. Прям давай беги смотреть. Беги, там офигенно.